И типа все начинается сначала, и все твои очки прогрессии потеряли. Сходил водички попить. Вот, по-моему, прикольно. Так, я вижу еще один синий папоротник. Синий-красный такой. Че ты остановился-то? Побежали. И вообще можно было сделать, чтобы пситокозавр мог питаться обычной травой. По-моему, было бы нормально так. Так, то есть целых три синих папоротника, и ни один из них... А вот один захотел стать зеленым. Этот хочет. Так, тут где-то еще один был. Вот он. Ну да, внешне они немного по-другому выглядят. Что сразу выделяет их на фоне других. Так, где-то здесь был еще синий. Ну блин. Я все равно что-то сожрал, мне пофиг. Абсолютно пофиг. Вот это я понимаю уже. Так. Ну сейчас мы все сожрали. В поле зрения. Пока что ничего больше не видно. А вон еще один вижу. Даже два. Вот это я понимаю, удача. Так, давай. Так, сколько их у меня уже? 22. Ну, отлично, еще 8 осталось. Надеюсь, они где-то здесь есть. Да, вот еще один вижу. Это, наверное, тот, который в прошлый раз не хотел. А, нет, все нормально. 23, считайте, уже. Так, еще синие-синие папоротники. Где вы? Но если что, еда, вода у меня пока тут есть. Можно жить. Так, 23 пока всего. И что-то пока не видать. А, вот один. Двадцать четыре. Я так понимаю, высоко подниматься тоже не стоит. Они где-то вот... Ага. Они где-то здесь. Или мне показалось? Мне показалось, что что-то есть. Уже глюки, товарищи, уже глюки. Так. Ну, а дальше вдоль озера этого бегать. Только у меня стамины все меньше и меньше. Можно пешком немного пройтись. Значит, 24, да, еще 6. Ну, точнее, еще 8 даже. До 32. 2 очка потратить на то, чтобы стать дриозавром. И еще остальные, чтобы галимимусом, допустим, или кем-то пахицефалозавром, да. Галимимуса я вам показывал, пахицефалозавра нет. Поэтому можно сразу. Ну, для пахицефалозавра как минимум 25 очков надо. То есть мне еще до 27 по-любому нужно найти эти чертовы папоротники. Пока что-то я их не вижу. Неужели я все сожрал? Да быть того не может. Блин, прискорбно. Вообще, смотрите, ни одного. Вообще не видать. Гады. Так, все, стамина кончилась. Может, зря я вот сюда убежал, может, мне обратно вернуться? Ну, там как-то побольше было. Здесь вообще, я смотрю, ловить нечего.
пожалуйста. Ну еще парочку. Ну вообще, вы что такие злодеи? Вообще ни одного. А, ура! Фу, нашел. Нашел. Сейчас главное не забыть, где я его нашел. Чертова стамина, восстанавливайся быстрее, я не понимаю, что вообще с тобой? Вроде пешком иду, а ты вообще по чуть-чуть прибавляешься. Это типа, если я полностью выдохнусь, то меня будет легко убить. По сути, 50 кадавра и так легко убить. Так, блин, где-то здесь же видел. Вот черт. Ага. Так, ну 25. Еще 2. Так вот, где их искать, я вообще не представляю. Я тут, походу, на территории все зачистил. То есть так оглядеться. Вдаль. Синих вообще не видать. Но сказали вдоль озер, то есть я, по сути, могу бегать и все равно найду что-нибудь. Ну как бегать? Учитывая восполняемость моей стамины, относительно недолго. Так, это что такое там? Там ничего. Почему вот они в глубине растут? Почему вот их поближе вот тут нигде нету, чтобы вот прям видно было? Тут показалось. Будет обидно, если они тут где-то вот именно в той части растут, а вот здесь их тупо нет. Но озеро большое, я думаю, где-то еще должны быть районы с этими папоротниками. Может, я где вдалеке увижу. Пока, конечно, не особо. Что-то у меня улов. Опа. А, это тот, который... А, в этот раз он решил позеленеть все-таки. 26. Последний. Умоляю. Последний. Во. Спасибо вообще от души просто. Так, теперь нажимаем опции и ждем 42 секунды, чтобы у нас прогрессия открылась. Давай быстрее, братан. 14, 13, 12. Давай там резче. К сожалению, вот когда я выйду с этого сервера, вся моя прогрессия придет в ни во что вообще. Придется заново все искать. Так, вот, смотрите. Чтобы его открыть, нужно пситокозавра. А вот пахицефалозавр 25 очков. Нужно дриозавра открыть, но... Открываем. Сейчас тут все прогрузится у меня. Я вообще где-то в текстурах, бля. Так. Это я вообще у моря. Здесь мне вообще ловить не стоит. Какие-то горы тут сразу. Куда бежать, я вообще не представляю. Вот куда-то туда, наверное. Во-первых, выносливость у дриозавра до хрена. Во-вторых, он бегает в 3 раза быстрее просто. Посмотрите, несется вот этого. Я не помню, играл ли я за дриозавра, вроде играл. Но тогда
Звуков не было. А, у него есть атака, это типа он кричит. Шипит типа такой. Прикольно. То есть если у пситокозавра вообще никаких атак не было, то у дриозавра, как видите, какое-то средство защиты имеется. Да, несется он, конечно, как огорелый. Ой, как угорелый. Словечки забыл. Так, ну я понимаю, вдоль реки вот это надо бежать. Там мы какому-то вглубь острова попадем. Потому что здесь вот горы, здесь нечего пока ловить. Ну да, вот смотрите, как быстро мы продвигаемся по острову. За Галимимуса, наверное, вообще там, как этот, как ртуть будем метаться вообще. Заодно можно, наверное, водички попить. Интересно, я смогу переплыть на ту сторону? Я что-то не уверен, да и тут горы, блин. А, нет, все нормально, там они заканчиваются. Я уж испугался. Здесь бы еще каких-нибудь акул добавить. Прикольно было бы. Белый песочек. А, тут типа нельзя пить воду, она типа соленая. Класс. Попил водички. Ну, я думаю, не успеем мы, наверное, никуда добежать, даже учитывая, что выносливость у нас большая, и что бегаем мы быстро. Как же я устал уже бежать. Я что-то не понял, а где вся трава, вот эти папоротники, хотя бы обычные? Куда они все подевались? Вот сейчас бы я уже не отказался в те болота попасть, если честно. Я бы там и напился, и наелся вообще. Так, ну пожалуйста, я уже в хвойном лесу. Что вам еще нужно? Где мои папоротники? Прикольный звук. Во-первых, как он ходит. Бам-бам-бам-бам. Везде горы вообще. Бесит. Я же понимаю, что остров, но неужели ни одной открытой равнины нету здесь? И воду еще пить нельзя. Она якобы соленая. Вообще меня убило. Так, я, конечно, сейчас хочу попробовать. Подойти к воде, но... Он тоже медленно ходит, когда не бегает. Ну да, логично, конечно. Но все равно можно как-то побыстрее двигаться. В общем, ни хрена я не нашел. Ну, пожалуйста, можно и спить водички здесь. Очень хочется. Нет, нельзя, но ты представляешь, что... Ну да, согласен, она здесь тоже соленая, не поменялось ничего, но, блин. Попробовать-то надо было. Ладно, давайте за пахицефалозавра еще поиграем. Может, возродимся как раз в нужном месте. Давай, давай. Хотя вот смотреть написано Save Logout in 40. То есть можно все-таки сохранить свой прогресс, я так понимаю.
по крайней мере на этом серве. Я вроде помню, как он называется. Будет удобно продолжать снимать видео тут. Пускай тут и живых игроков немного. Живыми игроками можно в группе игры найти, просто ВКонтакте там. Кто со мной хочет поиграть, там все дела, если вам так будет нужно. А пока так можно побегать. Прогрессион. Майзаур 35 очков, Диабло Цератопс 30, Гальмимус 25 и Вахицфалзаур... Не понял. Вы гоните! То есть все очки, которые у меня были за... я их тупо не могу использовать? Да, вы представляете, их нету. То есть все, что я набирал пситокозавром, они тупо испарились. Класс! Вот этим меня игра вообще раздражает. Вообще дебилизм какой-то просто. И сейчас я должен 10 лет метаться по острову, искать то же самое, допустим, или какое-нибудь новое озеро. И там еще искать опять эти долбанные папоротники, 25 штук. Вы что, издеваетесь? Разработчики, вам что, я не знаю, делать нефиг, что ли, было? Вы быстрее бы уже людей добавили, я бы тупо за людей играл, убивал бы всех этих динозавров к чертям собачьим. Потому что это вообще неинтересно, что-то стало мне вообще играть. Хоть до дриозавра прокачался, и то ладно. А вот этих зон с папоротниками на месте разработчиков я сделал бы гораздо больше. Потому что вообще не круто бежать через весь остров там. Потому что тебя отреспавнили на окраине какого-то моря. И тебе нужно бежать через весь остров, чтобы найти эти чертовы папоротники. Да кому оно надо? Поэтому все играют за плотоядных. Возродился, 2 минуты поиграл, все там, ты велоцираптор уже. Там через 10 минут ты уже там, не знаю, Динонях или Ютораптор, и вообще нормально, да. Единственное, что время немного занимает, допустим, тиранозавра ждать там сколько-то. У пуэртозавра вроде 270 очков нужно, у тиранозавра не знаю, допустим, тоже 270 минут поиграть нужно будет, чтобы стать тиранозавром. Это вообще бред. Просто бред. Вот раньше игра была лично, по мне, лучше. Я не знаю, как вам лично, но, по-моему, она была раньше лучше. В общем, я как-то сомневаюсь, что я сейчас что-то найду вообще. Возможно, в следующем видео поиграем за хищника, посмотрим, как у них там обстоят дела. Конечно, за самых мелких, но там все равно, там не нужно никакие папоротники искать, там тупо по времени нужно подождать. В общем, мои дорогие подписчики и зрители канала, надеюсь, это видео вам понравилось. Вы рады, что я для вас наконец-то опять зашел в Изаисл. С вами был Дарт Сидиус. Так, подождите, я что, воду вижу, что ли? Нет, это растение. С вами был Дарт Сидиус. Всего вам хорошего, до скорых встреч и всем пока!